Так, начинаем тихонечко запись. Так, а где его? Где его? Этот самый. А, ну у меня второй левел, там я, по-моему, все, что надо, продрочил своим. А хочешь прикол? Саламандриком, что? А, ну я так могу прыгнуть, ничего страшного. Через это. Меня просто в рифте заспавнило, прикинь. Закрытым. Так, ну у меня тут даже что-то открыто, видимо, да? Нет, это уровень 3, да, доступно. Броню, а чё броню? Броня у меня все хорошо. Это что надо? Победа в 7 миссиях режима операции. Не забывай, что у нас есть, у некоторых классов есть DLC-шные самые накидки. Ну. Да-да, да-да. Там пиздец. Выглядит как этот самый, ого. Так, о, шлемы новые открылись. Да, открылись новые шлемы, прям такие. Вот, модель. Оливия там пока развлекается, поэтому. Ой, пиздец, тут все отдельно одевается, отдельно грудаки, отдельно все остальное, потому что можно отдельно еще краситься. Просто упороться можно нахер. Геральдика своя, ну это Dark Angel, Альфа Легион, Кровавые Вороны. А если у тебя еще какие-то накидки, либо еще какая-то хуйня, то это тоже отдельно одевается, отдельно красится, отдельно все, блять. Будь то ты снайпер, будь то этот самый Найт, как он там называется, уже не помню. Ну у меня отдельно красится мой тот самый... Запускатор. Прыжковый ранец. Да, да. Все, я готов. Что, готов? Какой ты красивый, пиздец. DLC-шная вещь. Но это же ультрамарин. Его перекрашивать нельзя. Да, его перекрашивать нельзя. Ультрамариновский. Потом прокачаешь. Выдвигаемся. Ну, я вот пока им играю, накачиваю, там надо 30 с хером миссий пройти на нем именно, чтобы открыть типа почти все плюшки. Сейчас миссий всего 8. Ну, то есть каждую надо пройти по 3 раза минимум. И это именно этим классом еще прыгать. А бывает так, что присоединяешься, класс уже занят, поэтому приходится брать другой класс. Серьезно? Так можно? Ну, теперь ты лидер, ну, да, поэтому да. Так не получится, короче. Как мне и сказал, мы сразу выбираем сначала, а потом уже... Не, мы могли бы присоединиться к кому-то еще, но... Ну, вот, видишь, нам никого не прессовывают, то есть играем вдвоем. Заебись, блядь. То есть они что-то все-таки поменяли с этим автоматическим прессовыванием. Можно становиться в очередь, а можно не становиться в очередь. Ты меня не слышишь, да, братиш? Варакс, заминируйте пару моста, убейте тиранов. Во славу императора. По расчетам лейтенанта Тита, тиран Улья тиранидов ведет рой по направлению к узлу астропатической связи. Вас высадят у моста под контролем имперской гвардии, рядом с которым он пройдет. Ваша задача — обрушить мост и похоронить чудовищного ксеноса под его обломками. Вижу зону высадки. Приземляюсь. Братиш? Помогайте оборонять мост до тех пор... Эта хуйня ж заебала звук вырубаться. Затем подрывайте заряды. Приказ ясен, капитан Акиран. Вперед, капитан. Бля, это мы вон туда идем? Ебать, там сейчас будет рубилово. Здорово, гвардейцы. Как дела? Группа Дельта, проверка связи. Здорово, капитан. Приближаемся к зоне высадки. Талласа готова обезглавить. Вот это, давайте мне туда пострелять. Я вот не могу. А, могу, да. Они нарисованы. Просто нарисованы. А куда нам идти? Туда? Да. О, вижу уже, вижу, блядь, вон ходит. Я творит бы функционер. Да, я сагрил. Такой уж я штурмовик.
Разорвал его лодку. Весь мир, а теперь его жрут черви. Знакомое место. О, а это кто такой тут? Мототком поедет. Не знаю, где-то улетел куда-то. Кто-то мертвый. Да. Не понял. Я что-то какой-то дамаг наношу, блядь, хороший прямо. Бейсбол играю его мозгами. Ангел возмездия в вашем распоряжении. Бейсбол, блядь. Да-да-да. Мелочь разошлась нахуй, блядь. Тут больно. Купаем. Да. Перекатываемся. Я перекатился. Так, и я тоже. Ну давай, авангарчик. Поднимай брата. По-моему, пизда тоже. А, нет, чего они его не бьют? Он вульный, блядь. Ну, вот, ботов используем, да. Так, я там еще живой, он бежит ко мне. Кстати, сейчас неплохо так разнесется этот самый. Иду. Я буду сеять смерть в полете. Угу. Пэша, там снайпер будет. Снайпер, чтобы они меня не смогли найти. Понял. Забирай его. Знаешь, у тебя армор нужен. Где этот кемпер ебучий? Вот он. Сука, стоять! Куда собрался? Молоточком по еблету. Все прекрасно. Так, да. Чекаю сюда. Полету готов! Посмотреть, что здесь есть. Может, есть... Вкладывайте в ритуалы благочестия хоть половину сердца, с которым оружишь цепным мечом. Собирай, потому что мне... Так, бери, если надо. Не надо. Одну возьму. Тебе надо? Одну возьму. Забирай. Это не нужно. Мне вот еще. О, да. 12. Если так, миссию изучаем же в первый раз, поэтому... Да, все, отбегаем, да. Заодно откуда враги могут пойти? Ну что, нам наверх или куда нам? Не, нам сюда, нам в другую сторону. С другой стороны бегать. С этой лестницы, да, да, точно, вот здесь подъем. Да, эпичное сооружение, конечно. Написано, цели не обнаружены. Ну еще бы, блядь. Так, надо сюда наверх прибежать, потому что там к миссии. Ну это да, тут о, лежит. Патроны еще. Так, все, у меня 20, там еще один пакет оставил, если надо тебе. Нет, забирай, я на пола. Инфопланшет. Больше молотком машу, чем стреляем. Пусть моя плоть и мой дух станут щитом на пути злобы Ксеноса. Вот это база, да. Пусть моя жертва позволит спасти тех, кто защитит узел астроматической связи. Я выиграю для вас время, друзья мои. Но куда уже не нам? Вернусь. Запомните этот день. День жертвы Бога. Не сюда. Не сюда, да. Вон туда, наверное, по вот этой вот. Угу. О, я их вижу, братиш, врываюсь. Блять, не врываюсь, сука. Отратил скилл в никуда. Фоломандр, сука. Когда над ним почковляет черепок, это он призывает подмогу, поэтому надо того, кто черепок над головой, ебошить очень быстро. Принято.
Иначе да, дабл волна получается, там сзади пиздец начинается. Понял. Так, мне опять нужны патроны. Отметил ключевую точку. Найду. Да, я знаю, классика жанра. Скажу, найду. Идет пидорас. Я не могу буду врываться. Ангел возмездия в вашем распоряжении. Выбирай. Не вызовет, не вызовет. Еще одного чужака сразил клинок Империума. Сзади. Что, вызвал таки? Нет, летающая хуйня. А, блядь, летающая хуйня. Я под грибами. Ты, брат, я под грибами. Я не хотел. Ты мне, брат. Я карающий ангел смерти. Блядь, жалко. Лекарство для выхода. Они еще друг друга бафают, блядь, пиздец. А, тут тот с щитом. Второго надо стрелять, потому что между ними щит пропадает, короче. Вот кто не под щитом, потому надо хуярить. О, первый пошел. Где второй? А вот второй, все. Второго без щитов. Удар парана. Нет, не успели. Да похуй, на самом деле. Сейчас арморы восстановятся. Я вижу мелкую погонь. Блин, мне бы ударить одного, чтобы армор восстановить. Давай. Вот, сорян. Так, ты норм? Вниз. Прыгаем. Да, прыгаем. Да. Вижу педиков. Вон там ходит большой. Вижу большой армор кэш. И еще кто-то там, да, там какой-то типа алтарь. Еще один этот самый. Тиманчик. Тут сзади. Хорошо, да. Лестница, походу, это мы могли там спуститься и пойти сюда пешком. Ну, надо тут все обнюхать, обшарить. Тут иногда дропаются, короче, есть такие вещи, которые типа помогают тебе пушки прокачивать. Это такие черепки. Тебя надо от самого патрона оставить? Защитную реликвию нашел. Запирай, это автоподъем. Да, автоподъем хорошая штука. Мертвый тиранит и... Больше ничего. Тут больше ничего нет, да? Ага, лестница нас поднимает туда-обратно наверх, да, я так понимаю? Да, лестница туда. Я что-то нашел боеприпасы, но зачем они нужны, когда там полное это самое. Полный ящик. Так, да, отсюда мы пришли, да. Еще одну защитную реликвию, братиш, нашел, иди сюда. Нихуя ты, конечно. Автоподбор. Мастер фломастер. Ну. Бегу. Она что-то у меня подсвечена была. Может я как-то... Это... Ой, блядь, заебись, ладно. Ты знаешь, я люблю ее. Пойдуть. В бочечку. Командор, блядь, просто поебало. Да, в бочечку люблю ебать. Говорит, я так лучше концентрируюсь. Точняк, так, вот у меня... Приближается волна пидорасов. Ты где? А, ты уже наверху? Да. Вырвались из тела, да? Ну я ж не лишний, тут очень милый, но лишний. Плюс вот тут стрелки. Так, где ты вот? Так, гранаты, хуяты, все это. О, кто-то в мельтагана тут. Минус хэт. Я проник в мою кровь. Заменяю магазин. Ты назад забежал, не понял? Я внизу, да. Внизу. Где тебя? Ну за помощь? Да. У меня патрики. Да. Я просто мелочь окружила и зеленью обложили, так я... Старался спастись, где ты там, иду, вижу тебя. Да, отходим потихонечку. Колобок отсюда. Гнев падет с небес.
Не за тобой, а я за ними, блядь, и по сапаткам бью. Один к тебе прошел, мелочь забрал. Это его ошибка. Вижу его. Это точно, это его ошибка. Ты норм? Уходи из земли. Да. Из-за моего оружия. Жадность фрая разгубила. Вашу стимулятор. Нормально. Полет готов. О, нормально тут. У тебя проблемы с точностью выстрела. Так, еще одного молоточечка мы приходовал. Бля, так, кшоновый, кшоновый. Запас. Давай, давай, я знаю, ты без запаса. Твое оружие, гордость всего арсенала. Согласен. Отлично. Все. Я тут сверху проверяю. А, ну нам дальше сюда, да. Поднимайся. Угу, поднимаюсь, поднимаюсь. Можно ты здесь подняться. Сзади прилетело, блять. Да, тут. Прыжковый ранец заправлен. Шоковая граната, мельтобомба. Шоковую возьму. Шоковую бывает хорошо. Угу, их придержать немного. Да, бросаешь, а потом врываешь. О, усилитель брони. Поднимай это допармор. Перезарядка. Я да. Подниму доп. Одна ячейка, всегда полезно. Оно когда поднимает доп. Ячейку, оно все остальные ячейки апгрейдит сразу же. Кресит еще, да. Это прям очень хорошо. Ну, прыгаем получается, да. А ты знаешь, что мне напоминает, короче, это верминтайт. Да. Замешанный с этим самым, с... Да. С хеллдайверами. С хеллдайверами, да, очень похоже на это. Знает, ты что, охренел, Ликтор? Виктор не понял, да. Виктор не понял, куда он попал. Боеприпасы, братья, что здесь за углом? А, тут стреляют еще четыре гаммишечи. Что-то не нашел я боеприпасы. Ты разбил ящики, там была одна хилка, больше ничего. Как мне нравится этот мельтоган, блять. Ну он прям хорош, да. Он в сингле хорош. А тут такой еще был, да. Такой охуенный. Понимаешь, что каждый берет по отряду, да. Куда ты? Куда ты? Я пока мелочь раскидаю. Все взяли по заряду, продвигаемся. Не, кстати, заряд показывает только у тебя. Когда-то надо найти, установить, найти, установить. Да. Паные споры. Вроде должны были разлететься. Ставлю следующую. Перезарядка! Я сбегу за третьей, потому что... А, это надо бегать прямо? Боеприпасы, братиш, прямо вот здесь. Бегу! Бесконечный, тут самый, тут же хилка, кстати. Идёшь? Давай, 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 давай. На колобки, брат, на колобки. Прикрываю, прикрываю. Там, там снизу, блядь, зовет этот пидор кого-то. Кто-то сверху, я не знаю, где. Снизу, снизу, он снизу был. На лестнице, ну неважно. Ставлю. Давай, да, ставь и давай где-нибудь здесь потестимся, ну, подефимся. Боеприпасы как-то... Мне веселее с тобой, когда ты в дефчике. Ликтор, да? Нету Ликтора больше, я понял. Токовую гранатку. Сзади. Что-то все красное нахуй. Что, мы тут, по-моему, этих штук 5 расхуярили нахер. А вы куда?
хилку взял. Я стою, короче, тут фармлю, блядь. Да? Я тут принял кого-то, хуярю прямо на входе. Ебошу молотком об землю. Это точно. А вот они, пидоры. Разорвало лозик. Так, я сбегаю еще раз по полностью. У нас еще один заряд надо поставить. Ты хилку взял? А, Миш... Нет. Я возьму хилку. Потому что у меня как бы есть хилка и вообще хилка по... Не давайте на всякий случай возьмем больше! Не кончаются, по-моему, надо просто спускаться нахуй. А где четвертый? Просто надо установить, я не вижу где. А, вон, достичь, вниз надо идти, да. Вниз надо, да. Пошли, вперед. Патроны взял? Угу. Нахуй пошли. Чёрт, блин. Потрачены. Да, вон последний. Да. А тут три. Короче, мы по уровню будем сейчас ставить. Нет, это последняя, четвертая. Написано, из четырех. Пошел нахер. Хорош, вот уж нормально тут у них было. Ой, блядь, меня жрет это говно. Прекрасно, брат. Красиво. Вот это ты меня защитил, братиш. Я карающий ангел смерти. Сама семья вернулась. Так. Меняю магазин. Куда точка, кстати? А, сюда. Точка здесь. Иду. Ставлю? Да. Мост можно подрывать! Тирануя скоро достигнет вашей позиции. Помогите имперской гвардии собрать. Что наверх поднимемся за патронами? Да. Кто-то мне подсказывает, что нам пригодятся. А, нам наверх надо. Тем более. Нужно больше. Только... патронов. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Патрон даст найти. Здесь он. Я нашел гранаты! Наверх. А, да, вижу все. Старые кузнецы! Бегу, бегу, несусь. Перезарядка! Так, взаимодействует. А, тут дверка открывается, да. Открываем дверку. Открывай ее нахуй. Опа, она. Вы охуели? Их больше нет. Брат нажал на кнопку, пацанов... Бля, там слева такой пиздец идет. Кстати, мы же вон там и шли, кстати, слева. Два. Ты охуел? Ксенос элитного левела. Умиротворен. Умиротворен, да, успокоен. Так и говорит, pacified. Заменяю магазин! Ничего нигде нету? Не, нету, братюш, нихуя. Это прям досадно. Ладно. Активирую базовый усилитель морали за императора. Хуяся. Активирую, говорит, базовый усилитель морали за императора. И бутылку водки с горла. Один глоток, да. Это вот можно типа заменить, но мне нечего заменять. Угу. У меня все правильно. У меня три набора есть. У меня попробовать тоже... попробовать с хэви-болтером? Нет. Нет? Мельтаган? Прям очень что хорошо, да. Ну, знаете, я буду первым выкачивать, походу. Смотри, он справа, механикус какого размера. Мы не думали, что у нас в тылу появятся столь выдающиеся воины. Здорово, бойцы. Чё, тусуетесь тут? Хало, комрады. Да. Мы тут так, пролетом. Погоди,
Подожди, а вот это самое не хочешь зайти вот в уголок сюда? А что там? Даже патроны на фулке. Скоро гранаты. А, ну это хуйни их. Вот эту хуйню можно ебашить. О, на осколочек. Еще один гаданный релик. У нас нет тяжелого вооружения. Да. А, у меня не расходовано. Все уже сделано, гвардеец. Значит, нам приказано отступать? Нет. Наша цель тиранули. Вам приказано умирать. Пока лидер тиранидов не будет уничтожен. О, хилочка, хилочка. Так точно, милорд. Пусть император направит наши лошады на поддержку вам. Продержитесь, написано, братиш. Приготовьтесь, восьмой. Покажем ангелам императора. Давай продержимся. Рой на мосту. Да? Окей. Ксеносы. А, да, вижу вот маленькую толпу этих ксеносов, да. Совсем не знаю. Как-то сюда. Блять, я очень хочу туда спрыгнуть, но не могу. Мне не даст спрыгнуть. Ну, пускай скопятся хорошо. Гранатка пошла. Разлетел. О, там с правой стороны моста, братиш, прям. Ворвался. Красавчик. Каунты на стене! Живите! Они уже тут! Да нормально все, не ссы, блядь. Молотком похлебал, он не хочешь? А может быть тебе ебало набить? Давай, давай, давай. Должны быть какие-то. Это куда-то эти рванули с лазганом. А, вот, ползут. Смотрите в оба. Поджог ксеносов вскоре окажется в зоне прямой видимости. Да нормально все, ждем мы его уже жака вашего. Прикинь, нету. Нашел? Нету? Боеприпасов? Нету. Блять, это странно, должен быть большой где-то вот, ящик. Нашел, блять, огромная макаешь, да. Вот, а то, блять, как-то для такого дефа. Взорвайся, ряды, немедленно! Да? Мы мост хуярим или что, я не понял. Взрывай, взрывай, да. Получишь результат. Нажал. А вон вожак, кстати, вот он. Огромный петик. А, вот как мы его хуярим этой самой статуей. Так. Они совсем рядом. Ну это эффективно, да, не поспоришь. Тупо статуи поебу. Да, в эффективности их решений не поспоришь. Все. Но он жив еще, видишь? То есть получил поебало, блять. Ну или это не оно было, да. Он не рассеялся, я помню гранаты. Мы там были, и с первого раза его не хуйнуло. А что ты хилку не берешь? У меня 2000, не 2000. У меня одна хилка. А, да, у меня одна еще. Чудовищное отродье не переживет. Взял. Нам мало что под опыт понадобится. Мы удержимся на позиции. Нам вон туда, наверное, да? Пока вы добиваете монстра. Нам сюда. Движемся к цели. Продвигаемся. Угу. Еще ниже. А это что там светится вдалеке? А, блять, там светает. А, тут спилка, ладно. Похуй, у меня две, у тебя две. Так. Спускаемся. Ну мы идем вниз его найти. То есть он получил поебало, но он там не сдох. Упрямая тварь, правда, еще трепыхается. Точняк. Хорошая осознанная ситуация. Упертый ублюдок, говорит, все еще шевелится. Точняк, сейчас мы его ебнем. Убить его надо. Сейчас боеприпасами все ок, я вижу кучу пидорасов впереди. И усилитель брони тебе и мне. Какая куча пидорасов? Тут одна маленькая есть, и сейчас идет большая. Братик, а ты
доктору не хочешь показаться? У тебя небольшая проблема с дверцей. В голове фляга свистит, ты людей убиваешь. Твои движения бессистемные. Я людей не убиваю. Простите, вчера не убиваю. Сейчас это не люди. Фраги. Фраги, я люблю. Ну, вселенную ты выбрал правильно, да, безусловно. Да. То есть, вселенная тебе подходит. Маньяк ты сумасшедший. Я и до некоторых добегать не успеваю, если что. Да, блядь, ниже ты попади. Ну, во, попал. Так, чтобы просто башка разлетелась. Да, да, да. Мачете не смс-ит, понял? Да, да, да. Это ж про тебя. Кто-то говорит... мстит, но я наказан. Опа-на! Братиш, оно убегает. Ну, продокоцанная пиздец. Стой, сука! Это заебись. Стой, блядь, молотком по еблу дам. Может, наоборот, надо? Не стоит. Стой, сучка, погоди, погоди, погоди. Точняк, точняк. И жопку ему показывать. Да-да-да-да-да. Сейчас только броню сброшу, очко ему покажу. Блядь, там этих... Споры. Извини, у меня на споры просто прям... Этот, ну... Собирай свои боеприпасы. Так, летят эти, блядь, такие летающие гондоны, но со мной брат, поэтому не страшно. Я врываюсь, короче. Их там три, блядь, теперь. То есть было раньше две, теперь, сука, три. Щитами прикрыты где-то. Так, три шарика. Кто из них вот так? А, вот, вижу. Ага, этот мертв. Да. Еще один остался. Не, так двое было. В каком смысле? Да? Что же у меня в глазах троится. Подготовка была. Сердце твое холодное и мертво. Так, патронов очень мало. Пацан, ловите подарки. Да? О, добрый вечер. Не, блядь, снайпер, иди-ка сюда. Так, второй снайпер мой. Ну, в бошке, блядь. Так, мы по-прежнему ищем боеприпасы. Тут что-то белое зеленеется. Вижу мелких ксеносов. Это центр. А, это лечебка. Вон на заднем плане проходит. Угу. Так, ну по-прежнему не вижу что-нибудь связанное с боеприпасами. Я нашел пару, там сзади были. Ну это похуй. Надо, чтобы большой был этот самый. Ты-то себе... Все равно ты без боеприпасов совсем бесполезен. Я хоть молотком могу помахать. Поэтому... Не, у меня есть пистолет. Ну, если кончатся все боеприпасы, нам совсем пиздец будет. Ты меня с пистолетом моим недооцениваешь, походу, да? Это у меня мое пистоло, курва. Курва, особенно хорошо прозвучало. Бобер! Бобер, курва! Я пердоле. Вокс-сигнал очень слабый. Вероятно, нас глушат. Железно не... Глушат, глушат, и что так? Этой твари нас не остановит. Опа-на, добрый вечер. Пацаны. Какие пацаны, блядь, я приземлился уже в трупов. Большой, короче, этого я хоть успею хоть хуйнуть по нему. Ножка болит, да, ручка болит. Головка болит, фаталити так называется. А, у меня фул. Фраги, фраги я повязал, я заберу. Которую одну возьму. Нам нужны Саргет патроны. Говорит. А вон ползет, сука. Вон он, да. Бля, это вот они все это время, что мы там шли, они бегали за этой пиздулой. Ангел возмездия в вашем распоряжении. Пусть иногда я напоминаю капеллана.
но служу нашему примарху, как и все. Защитная реликвия? Ну, я даже не использую ее пока. Ну, у нас пока не надо было нам. Мы пока идем вперед, поэтому поворачиваем на этот самый. О, патроны! Отметил припасы. Это, конечно, полезно, но нам назад, да еще вернуться успеть. Опа-на! Не вернемся. Блять, ну ладно. Надеюсь, мы ничего не проебали. Но это не точно. Ну, на второй, на третий проход будет как раз варик. Ну, мы будем проходить еще не раз. Все сложности надо пройти. Я первую миссию 4 раза проходил сегодня. Мне каждый раз было заебись. Ну, вот, видишь. Качка, как это мило. Ну что? Хуйня ты. На руку, на лапу. Одной правой стороны нету. Тиран Улья. Привет, курва. Не, ну неплохо, неплохо, да. О, как ему нормально в очко входит. Мне тоже нормально входит. Ну да, мне тоже вошло сейчас хорошо. Ну, что-то у него хп очень быстро кончается, возникается. Как для тирана ульта. Ой, мелочь поперла. Регенится, сука. Да, регенится, блядь. Блять, типа то надо скрываться. Так, мелочь я, короче, хуярю, конечно, но, блядь, больно, пиздец, не стой в этой хуйне. Думали, это будет легко, оказалось, это будет сложно, пиздец. Пытаюсь его парировать, поднялся сам. Опять он жрет это говно. Надо к нему, я так понимаю, прорваться и дать ему поеблету, да? Да. Как и с теми пидорами, надо подрываться, когда он это делает. Патроны вон там, кстати, видишь, да? Вон бесконечное количество. Я же их подсветил. А, ты их подсветил, я понял. Блять, больно. Нет, нет. Ох, зоны больные. Ну что? А, ну вот. Братиш, походу ты меня не слышишь опять.
Братиш. Я не знаю, как мы его убили, но мы его убили. Мало того, что мы его убили, я там еще какую-то хуйню пропустил, и потом у меня заставка пошла. Я там так кнопки жал, что просто, по-моему, прострелял какую-то минюшку. Возможно. Фаталити было просто охуенно. Ну, меня посмотришь. Ну да, наверное. Короче, прокачалось тут дерево перков. Да, прокачалось дерево перков. Перков. Всего чего угодно. У меня вот целое плечо прокачалось покруче. Вот, урон увеличивается. С другим дамагом просто, я понял. Я так понимаю, зеленые хуйни начнут давать, видимо, за эти самые, да? Урон, блин. Хуйни. Для прокачки. Ну, типа, да, типа вот эти вот зелененькие и прочие херни, это все, видимо, дается на повышенных сложностях, я правильно понимаю? Не-не-не, зеленые дают у тебя так. Ну, тебе сначала на левел поднять, потом они появляются, я так понимаю, у тебя на карте. Может, как только у меня болтер, ну, тяжелый сам пулемет прокачался, мы сразу же подняли там, короче, такой типа летающий черепок летает, ну, плавает где-то в углу. Обычно он, ну, по крайней мере, раньше он был с дата-центром. Там, где вот эти дата-поинты висят, вот там он и есть. И если ты посмотришь, там прокачивается, сука, дамаг. На мастеркрафте. Ну там типа статы твои пушки, то есть это не просто вот косметика прокачивается, там, сука, дамаг прокачивает. О, у меня прокачалось этот самый мой ранец сзади. Более прокачанный стал. Так, дерево умений. Ранец сзади. Да, ранец. Вся команда на 20% получает меньше дамаги с рейнджа. Кстати, основные качаются все. То есть они все, ты не выбираешь какие-то из них, а они все работают. Урон вспомогательного оружия повышается, мой основной на 15, вот второй скилл. Третий скилл, при заряженной атаке вы не теряете контроль при получении тяжелых ударов и не можете быть отброшены. Настоящий штурмовик. Охуенно. Да, настоящий штурмовик. Два левела качнул за эту великолепную миссию. Прям. Чики-пуки-лим-пом-пони. О, да, черепки появились на этих самых, на ранце. Это более прокачанный ранец. Mm-hmm. Бля, ну это прям чувствуется. Бегут делать, аж там. Да, прям чувствуется прогресс. Ну что, на этом тогда эту серию завершаем.